еще не были в магазине «Сантехника» на Таганской улице, советуем сделать это непременно. По мнению постоянных клиентов, здесь лучший ассортимент мебели для ванной комнаты, аксессуаров, ванн с гидромассажем. Гидромассажная ванна с душевой надстройкой. Это целый оздоровительный комплекс, включающий в себя турецкую баню, несколько видов душа и многое другое. И все это у вас дома. В магазине «Сантехника» представлен полный набор гидромассажных ванн и душевых кабин фирмы «Теоко», одного из мировых лидеров по производству систем такого класса. Советуем вам посетить магазин «Сантехника» на Таганской улице. Он стоит вашего внимания. Знакомое имя – Коломенская ярмарка. Здесь представлен широкий выбор товаров для детей. Вы можете приобрести для своего малыша буквально все необходимое и очень хорошего качества. Ассортимент продуктов питания на ярмарке может сравниться с хорошим супермаркетом. Специальное предложение. Полный модельный ряд велосипедов и электромобилей 97-го года, а также игрушки, обувь, одежда. И все это оптом и в розницу по низким ценам. На Коломенской ярмарке можно арендовать торговые места и складские помещения, а для удобства покупателей удобная автостоянка и пункты питания. Коломенская ярмарка расположена на набережной у Южного речного вокзала. От метро «Коломенская» и «Кожуховская» постоянно курсируют автобусы «Экспресс». Мы всегда рады встрече с вами на Коломенской ярмарке. Счастливый билет! Дорогие друзья, счастливый билет снова с вами. Мы снова готовы порадовать вас самыми лучшими билетами. Начнем мы с предложения, от которого вы не сможете отказаться. Группа «Нана» приглашает вас на свое великолепное зрелище. Будут иллюзионные аттракционы, будут превращения всяческие на сцене, будет много пиротехники, но самое главное, будет очень хорошая музыка и великолепные артисты группы «Нана», которые теперь выступят в совершенно новом амплуа. Если мы раньше были вокально-инструментальным ансамблем, то теперь можно смело назвать группу «Нана» вокально-танцевальной группой. Итак, дорогие друзья, с 14 по 17 мая в концертном зале России будут проходить сольные концерты группы «Нана», посвященные 50-летию Барри Алибасова и выходу нового альбома «Прикинь». А 18 мая состоится гала-концерт, на котором вы услышите выступления ваших любимых артистов Юрия Лозы, Евгения Белоусова, Сергея Челобанова и многих других. И, конечно же, в концерте примет участие группа «Нана». Звоните по нашим телефонам, самые лучшие билеты на это великолепное зрелище мы доставим вам на дом. Напоминаем, что доставка билетов будет стоить вам всего $5 в рублях по курсу ММВБ. Шандер приглашает вас на концерты великолепных Gypsy Kings. 28 и 29 апреля в Государственном Кремлевском дворце вы сможете услышать новые песни и давно любимые мелодии цыганских королей. Приходите, весеннее настроение, цыганские ритмы, пение гитар. Что еще нужно, чтобы весело встретить праздники? В программе принимает участие Шандер. Звоните по нашим телефонам, и мы доставим вам на дом ваш счастливый билет. Счастливый билет. Все. Гости собираются, теплоход качается, раскачался шторм, начался. Мастер Саунд представляет новый альбом Анатолия Полотно «Морские песни». Символ верности вам на плече, якорь морской. Эротическая изюминка сезона «Дневники красной туфельки» Залмана Кинга, автора «Дикой орхидеи». Откройте «Дневники красной туфельки». Фирма «Гранзадис» РДМ представляет коллекции «Весна-лето» «Лада Дэнс» и оркестр Олега Лунстрома «Фантазия». Легенда российского рок Романов Сапунов, Галутин Чиненков в сборнике группы «СВ лучшее». Сергей Крылов, месье Высоцкий, вернитесь к нам. Коллекция «Весна-лето» РДМ. Мир будущего. Отравленная природа.
Люди ведут борьбу с мутированным искусственным организмом, уничтожающим все живое. Компания «Экстра Видео» представляет новый фантастический боевик «Гибрид». «Мастер Саунд» представляет. Жара. Новый альбом Бориса Драгилева.